Mesdames et messieurs, sans plus attendre, et en avant-première, pour vous, voici Renault Kadjar. Вслед за Каптюр к семейству кроссоверов Renault примкнул новый достойный представитель этого класса – внедорожник Kadjar. Его надежный и стильный дизайн не только внушает доверие, но и притягивает взгляды. Kadjar имеет S-образные светодиодные фары постоянного ближнего света, которые уже стали новой отличительной чертой автомобилей Renault среднего и премиум-класса. Задняя часть также оформлена в фирменном стиле, поэтому автомобиль выглядит еще более динамично. Место водителя в Kadjar оформлено по последнему слову техники и только из высококачественных материалов. Этот кроссовер очень просторный, поэтому комфорт обеспечен всем без исключения пассажирам. В разных модификациях водителю предлагаются различные средства оповещения, помощи и безопасности. Компания Renault воплотила в Kadjar все свои технические ноу-хау, а также разработки в сфере пассивной безопасности. Надеемся, на испытаниях на Euro NCAP 2015 автомобиль получит 5 звезд. В отношении расхода топлива и выбросов CO2 наши бензиновые и дизельные двигатели считаются одними из лучших в своем классе. Бензиновые и дизельные модели доступны как с автоматической, так и ручной коробками передач. Kadjar доступен в моноприводном и полноприводном вариантах. Некоторые модели с приводом на два колеса оборудованы функцией улучшенного контроля сцепления, что позволяет увереннее удерживать дорогу в сложных ситуациях. В полноприводных автомобилях доступны 4 режима движения – передний привод, автоматический привод и режим блокировка. Водитель может выбрать для себя наиболее подходящий вариант. В зависимости от рынка, Kadjar доступен в 3 уровнях комплектации и разных версиях. Автомобиль доступен в различных расцветках, а в момент выпуска предлагается в цвете «красное пламя».